Итак, всем привет. Всем привет, друзья. Все вы знаете, что я отдал свой компьютер с 8 гигабайтами оперативной памяти. И такую интересную штуку сегодня вам расскажу и покажу. Это ноутбук. Здесь 4 гигабайта оперативной памяти. И Windows 11 21 H2. Как запустить Android-приложение на 4 гигабайтах оперативной памяти? Все мы знаем, что подсистема требует 8, минимум 8, однако это дело работает и на 4. Заходим вот на этот сайт, я опять же прикреплю все ссылки в описании, копируем ссылку на подсистему, выбираем FAST и скачиваем с расширением MSX Bundle вот этот файл. Размер чуть более 1 гигабайта. Сохраняем, все равно сохранить, да. Если потребуются какие-то еще компоненты, я также оставлю в описании ссылочку из прошлых роликов на эти компоненты. Пока скачивается подсистема, я скажу пару слов. Загружается долго, работает на честном слое, скажем так. Первое, что мы делаем, это мы идем в параметры, включаем режим разработчика. Дальше мы ищем программы и компоненты, включение и отключение компонентов Windows. Включаем Hyper-V и включаем платформу виртуальной машины. Чтобы это все включить, у вас обязательно должна быть включена виртуализация в Windows. Это понятно. Включили, перезагрузились, все. Приступаем к установке. У нас она скачалась? Да, скачалась. Приступаем к установке. То есть открываем PowerShell. От имени администратора. Вставляем вот эту команду. Она не скопировалась, что ли? Так, копируем. Вставляем. Пробел нажимаем. Заходим. Нажимаем правой кнопкой. Копировать как путь. И вставляем путь. Все, нажимаем на Enter и ожидаем. Остальное нам не нужно. Вероятно, нам понадобится утилитка, чтобы устанавливать Android-приложение. Вот, apk-файл install. То есть она вот такая же. Я вот показывал. Тут выбираем непрерывное. Здесь нажимаем средство чтения с экраном для подсистемы. И выбираем, где он у нас. Режим разработчика. Также здесь появилось, можно выбрать графическую подсистему для приложений Android, то есть что использовать. Давайте выберем AMD Radeon R5 M330. Так, что у нас там с АПК-шкой нашей? С приложенькой установилось. Вышло обновление Microsoft Store. Я все обновлю. Ну что, ребятки, момент истины. Запускаем подсистему, ожидаем. Вот нам выскочило уведомление, подсистема Windows для Android может работать неправильно на устройстве объемом физической памяти менее 8 гигов. Соглашаемся и ожидаем. Вот запустилась наша подсистема. IP-адрес есть. Теперь мы можем устанавливать Android-приложение. К примеру, возьмем, подставим... Ну, вот у меня есть Apple Music. ADB is missing. Жмем ОК. Немножко подождем, пока он успокоится. Убираем галочку Launch when ready и жмем Install. И ждем. Приложение установлено. Вот оно, Apple Music. Давайте запустим. Принимаем соглашение. Продолжить.
не надо ничего отправлять. Ну вот, теперь я могу залогиниться под своим Apple ID. Оно работает, но ждать нужно дольше, чем если у вас есть от 8 гигов оперативной памяти. Меня спрашивали, как раз таки кто-то из моих подписчиков, может даже не один, я уже не помню, вас много, комментариев много. Меня спрашивали, а можно ли использовать WSA на 4 гигах оперативной? Можно, только осторожно. Если вы готовы пожертвовать скоростью запуска Android приложения, скоростью запуска подсистемы, потому что она запускается вместе с системой, если вы поставили непрерывную. То есть, если вы готовы пожертвовать скоростью запуска подсистемы, скоростью запуска приложений, то можно пользоваться. Но я все же рекомендую иметь на борту от 8 гигов оперативной памяти. А лучше всего иметь не 8 гигов, а 16. Тогда будет вообще все шикарно. Ссылочку вот на эту программку, APK файл инсталь, я оставлю тоже в описании. Подписывайся на канал, ставь лайк. Ну и увидимся с тобой в новых роликах. Всем пока!